Добрый день, это Воскресенский. Я хотел узнать, как у вас дела, помогают ли вам, требуется ли какая-нибудь дополнительная помощь, поддержка? Да, спасибо, все хорошо, помогали тут, что вот просила-то, это сделали, а так пока все это. Но с вами регулярно на связи, звонят, спрашивают, как у вас дела, правильно я понимаю, да? Да. Хорошо, но вы не стесняйтесь, еще раз, наш долг сделать все, чтобы у нас семьи, всех ребят, которые там служат, ни в чем не нуждались. По словам руководителя местного волонтерского штаба, посильную помощь оказывают многие жители района. Приносят продукты, теплые вещи, обмундирование. Поддерживают волонтеров и ветераны. Среди них и Галина Лазарева. Сначала помогали адресно, а потом включились в работу районного штаба. Поддерживают семьи бойцов. Присоединились к акции «Тепло героям». Рукодельницы вяжут теплые носки для военнослужащих. Всего в Заволжском районе гуманитарной помощи собрали на 2,5 миллиона рублей. Мы в пятерку регионов входим в стране по объемам именно гуманитарной помощи, которая отправлена ребятам, там свыше 300 тонн уже отправили. Да. Семьям надо оказать всяческую сейчас помощь. Всяческую помощь и такую еще и не только материальную, но и моральную поддержку.